Здравствуйте, милые друзья и гости моего канала. И вам хочу показать новогодние вышивки. Здесь в этом видео будет три новогодние вышивки. Вот видите, какой снеговичок слепили, красивый. И олененок к нему подошел. Очень красивая такая композиция, очень новогодняя. Легко вышивается. И нитки, если там что-то вот где-то не подходит, можно самим по цвету подобрать. Здесь не так уж прям вот такие тонкости, чтобы подобрать нитки. Там меньше тоном, больше тоном, и если тон не будет совпадать, ничего страшного. И вторая вот вышивка сейчас будет, ну, такая милейшая выставка. Друзья на отдыхе, в колпачке новогоднем. Кошечка с собачкой отдыхает. Очень забавная, хорошая такая вышивка. И очень приятно вот так кому-то подарить такую вышивку. В принципе, сейчас, мне кажется, очень любят, когда дарят вот что-то, сделанное своими руками, вышитое. И вот третья вышивка, тоже снеговик. Около нее зайчики, видите, на шляпке мышка. То есть вот такой веселый снеговичок. Тоже легко вышивается, тоже можно подобрать нитки, можно даже не те, что указаны. Но, в общем-то, все получится. Здесь не так много цветов ниток. Несколько там оттенков красного, коричневого. Очень красивые зайчики. И, в общем-то, уже чувствуется Новый год. Вышиваем с удовольствием. Дарим себе или своим друзьям. Всего доброго. Пока, пока, пока.